never rocked you before. Like the way I do, got you screaming for more. We causing all the devastation when we step into the place. And better believe that you can see we gonna rock and never stop it. Here we go again. Hit you with the flow again. Kick it up the second time around. We bring it on again. Shout it out. Я являюсь представителем команды Метрополитена. Команда наша называется «Метро». Мы играем второй год в этом турнире «Энергия жизни». В прошлом году турнир проходил немножко на другом поле, но этот стадион гораздо поудобнее для проведения таких турниров. И считаю, что организаторы выбрали площадку более удачно. Сегодня собираются коллективы фрунзенских производственных трудовых коллективов. И турнир, я надеюсь, пройдет на высоком организационном уровне, поскольку судейство приглашено тоже квалифицированное. И смотрю, вот игроки приходят, ребята все молодые, крепкие. Команде соперников полк Бескульт. Привет. Привет. Привет! Команде соперника наш! Привет! Привет. Сегодня Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района проводит третий этап спартакиады «Энергия жизни» по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие такие команды, как прокуратура Санкт-Петербурга, команда «Кока-Колы», команда «Хейникен», команда «Сапсан», «Метрополитена» и многие другие. Несмотря на погодные условия, соревнования прошли жарко, спартакиада этап удался. Ты сильным будь, ты будь смелей, пройти сумеем сто путей. Но среди них наш путь один, всегда вперед мы победим. Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы. Вперед, Россия, и только ветер нам в спину. За это небу спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сергей Насонов, представитель компании «Кока-Кола». Такой замечательный день, с удовольствием приняли участие в турнире по футболу, который проводит Центр физической культуры и спорта Фрунзенского района. Конечно, хотим выиграть в чемпионате, но что касается команды, то есть мы с ребятами тренируемся в среднем 2 раза в неделю, участвуем в других турнирах, которые проходят в Санкт-Петербурге. Добрый день, я участник команды «Сапсан». Нас пригласили сюда на турнир. Официальное лицо Фрунзенского района. Турнир достаточно интересный. Первую мы игру отыграли, очень все прилично, судейство тоже нравится, претензий нет, медицина, все очень радует, клево, надо победить. Уважаемые болельщики, распитие алкогольных напитков на трибунах категорически запрещено. Запрещено, 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 запрещено.
сюда все забили. А если сейчас возьмет, тогда да. Хорош. Совсем пожалел. Итак, после напряженного дня у нас наконец-таки определились финалисты. Игра сегодня, игры проходили напряженные, беспринципиальные. Поэтому каждая команда надеялась победить. В итоге вышли в финал сильнейшие. Это команды Сапсан и Хайнекен. Начался турнир у нас, как всегда, с группового этапа. Команды были разделены на две группы. Естественно, что в каждой команде были свои лидеры, которые подтвердили свой статус и в итоге играли в финале за первое место. Ну, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Мы видели, что финал был, в финале была упорная борьба. Счет всего лишь был 1-0. И команды показали, несмотря на любительский уровень, уже некоторую профессиональную подготовку. Центр физкультуры Фрунзенского района – замечательная организация. Спасибо за проведенное мероприятие. Всем было очень приятно. Всех успехов вам в дальнейшем. Очень спасибо огромное за приглашение на турнир. Первое место, победа. Турнир замечательный. Если будут еще раз такие собрания, то есть всегда примем участие. Спасибо большое. Рефери просто замечательные. Поле шикарное. Жаль, погода подвела. Ну а так настроение вообще зашибись. Первое место, победа. Спасибо, ребят.